俄罗斯有一位在 IG 上人气非常高的甜点师，他的手艺精巧，几乎能将任何东西做成栩栩如生的蛋糕，吸引许多人慕名前来定制。红咚咚的螃蟹架势十足的举起大螯，甜点师小心翼翼的为可爱的卡通造型螃蟹做最后的修饰。俄罗斯的甜点师艾莲娜用一双巧手做出各种造型的蛋糕，让蛋糕不再只是食物，更是一件件令人惊艳的艺术品。美美的蛋糕照片上传到网络后引起广大回响，在 IG 上吸引了20几万的粉丝追随。Я заказывала для своих друзей, они путешественники, очень любят путешествовать, и поэтому хотелось что-то очень необычное сделать. И вот пришла такая идея, Лена подсказала, что сделать торт с тематикой путешествий. Очень понравился, очень интересный дизайн. Начинка, конечно же, тоже, я так надеюсь, очень вкусная, но само оформление очень великолепное.从精致的摩托车到充满怀旧风情的行李箱，艾莲娜把蛋糕当作她的画布，这些美丽的图案全都是艾莲娜一笔一笔亲手描绘而成的。Я думаю, что это съедобная печать, и многие до сих пор думают, ну немногие некоторые, кто не знает, думают, что это съедобная печать, но если напечатал, наклеил, но абсолютно любой абсолютно рисунок, который вот на моих тортах, даже самый сложный или самый мелкий, это все руками расписанное и пищевыми красками.艾莲娜从2年前起开始经营造型蛋糕生意，每个造型蛋糕需要1到2天的制作时间，售价约$100。如今上门订购的客人依然络绎不绝。